Алло, Олег Романович? Да, слушаем. Это Наталья Георгиевна. Ваше предложение еще в силе? Да, конечно. А вы что, передумали? Да, я готова подписать ваш контракт. Приходите. Да-да. Проходите, присаживайтесь. Наталья Георгиевна, вот ваш контракт. Подпишите, пожалуйста. Так, где здесь контракт я подписался? Здесь. И вот здесь. Я рад, что вы согласились работать у нас в компании. До свидания. Всего доброго. Ну вот, теперь можно написать и заявленице об увольнении. Все я уже сделала. Теперь можно возвращаться и домой. Ну что, как тебе у нас? Нравится? Нравится, нравится. А ты что, за мной соскучилась? Да кому ты нужна? Я вообще-то к себе домой вернулась. Я смотрю, ты быстро в моем мире управилась. А ты что, во мне сомневалась? Давай, собирай свои вещи и иди отсюда, пока я добрая. Надеюсь, ты натворила все, что хотела. Поэтому мне хочется верить в то, что я больше тебя никогда не увижу. Я, конечно, с тобой могла выпить чайку, но мне пора. Счастливо оставаться. Где моя зарядная? Где зарядная? Нет. Заявление об увольнении меня? Ой, ладно. Слушайте, может хватит на кого-то надеяться? Давайте брать все в свои руки и действовать самостоятельно. Может, не будем делать поспешных выводов? Я уверена, Джек не просто так сбежал. Он пошел к Марии Сергеевне. Точно! Мария Сергеевна! Она нам поможет! Побежали к ней! Дети, подождите! Подождите! Хотя нет, я передумал! Юш, ты чего? Там директриса, держите дверь! Откройте, откройте! Помогите мне, у меня мало заряда. Откройте. Ребят, держите крепче, за ключами. Может, мы ей откроем? Она же просит о помощи. Ксюш, ты что, издеваешься? Все, что происходит, это из-за директрисы. Или ты забыла, кто забрал наши зарядки? Ксюша, отойди. Давай быстрее, Никита. Ребята, откройте, откройте. Я настоящая. У меня разряжается батарея. Помогите мне. Вы должны мне помочь. Слушайте, может, она действительно настоящая, а все зло дело ее двойник. Да, конечно. Давайте ей поверим так быстренько и дадим ей лишний повод забрать нашу последнюю зарядку. А я считаю, что нам нужно ее впустить и дать возможность подзарядиться. А если она захочет нас обмануть, то мы ее просто-напросто не выпустим. Тем более у меня ключ и нас много. Ну так что? Я за. Ладно, я тоже за. Что вы на меня смотрите? Мой один голос ничего не изменит. Спасибо большое. Вы не представляете, как вы мне помогли. Наталья Георгиевна, а теперь расскажите нам все по порядку. Где вы были и почему у вас разряжена батарея?
Да, очень интересно послушать ваш рассказ. Да, да, я, конечно, вам все-все расскажу. Да, я перезвоню. Да, слушаю. А я пришел за деньгами. За какими еще деньгами? Я все сделал. Ваш директор теперь работает у нас. Вот, смотрите. Ничего не понимаю. Она что, подписала контракт? Да, все верно. Когда я смогу забрать свои деньги? Я все проверю и обязательно вас наберу. В смысле проверю? Я хочу забрать свои деньги. Беспредел какой-то. Наконец-то мы знаем всю правду. Что бы ни случилось, вы всю правду должны рассказать Марии Сергеевне. А мне уже нужно бежать. Ну, с этим теперь уже ничего не поделаешь. Надо собирать свои вещи и уходить на новую работу. Я все уладила. Директриса у нас больше не работает. Как? Что? Она зачем ее уволить? Мария Сергеевна, она зачем? Она наша! Это наша! Так, стоп! Мира. Что вы такое говорите? Все это время с нами был двойник директрисы. А настоящая Наталья Георгиевна вернулась только сегодня. Это что получается? Все время был двойник? А я уволила настоящую Наталью Георгиевну? Что же я наделала? Наталья Георгиевна! Все могло бы быть совсем по-другому, если бы я не допустила такую ошибку.